Если российский офис Hyundai, чтобы подвести итоги года, провел онлайн-конференцию, то КАМАЗ по старинке пригласил журналистов лично. Правда, в очень ограниченном количестве. Поэтому об успехах и неудачах грузового автогиганта мы можем судить по опубликованной стенограмме этой встречи. Первая и главная новость о перспективной легковушке КАМА-1. Напомним, что это городской хэтчбэк размером меньше Матиза. У него чисто электрическая начинка, а возможность установки ДВС исключена полностью. Сейчас готов и испытан только единственный образец, а серийные перспективы новинки остались туманными. Между тем, гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин уточнил, в серию модель пойдет не раньше 2023 года. Цитируем по стенограмме. Потенциальными рынками для электромобилей на сегодня являются лишь два города – Москва и Питер. Потом пойдут миллионники. Для маленьких городов в ближайшие 5-7 лет КАМА-1 ценности представлять не будет. Что касается грузовиков, то новейшее поколение большегрузов КАМАЗ-К5 до сих пор не вышло на рынок. В прошлом году завод изготовил только 80 машин, которые долго доводили до кондиции, а в этом бесплатно отдали перевозчикам для тестирования. Полноценное производство модели начнется примерно через полгода. В итоге на конвейере будет стоять техника сразу трех поколений. В 2024 году серия К4 отправится на покой, а вот древние грузовики К3, похоже, будут жить вечно. Сергей Кагогин высказался так. Силовые структуры по-прежнему работают на старом модельном ряде. Да и цена этих машин остается ключевым фактором для многих отраслей, особенно для коммунального и сельского хозяйства. С пассажирскими машинами ситуация следующая. 9-метровый одиночный электробус уже спроектирован, а 18-метровый сочлененный автобус собран и проходит испытания. Следующим шагом станет появление батарейной версии этой гармошки. В 2024 году КАМАЗ представит новое поколение бусов. Но до этого времени одна из задач – выйти на европейский рынок. По словам генерального директора, в следующем году конструкцию доведут до соответствия всем нормам и смогут автобусы экспортировать. Этот бизнес становится для КАМАЗа важным. Еще одно важное направление – шеринг самосвалов. Услуга оказалась настолько востребованной, что грузовой автогигант даже создал специальную платформу, где помимо грузовиков предлагается краткосрочная аренда кранов, бульдозеров и экскаваторов.